Всем привет! Это видео посвящено видеокартам 10-го семейства GeForce от компании Inno3D. Обычно в начале видео я кратко рассказываю что-то про бренд, которому посвящено видео. Но вот про Inno3D особо рассказывать нечего. Продукция этой компании вообще не примечательна, и все мое повествование сегодня сведется к обзору систем охлаждения. А все потому, что компания Inno3D в очередной раз не напряглась созданием своей видеокарты, в отличие от других производителей, а просто продает референсные видеокарты со своими фирменными системами охлаждения. И здесь, как всегда, я скажу следующее. Подробно про референсы я рассказал в этих двух видео, про все их плюсы и минусы. Обратите внимание на печатные платы слева. Это непосредственно референсные видеокарты от компании NVIDIA, а справа это референсная плата, немного доработанная компанией Inno3D, а если говорить точнее, то дораспаянная. Исходя из вышесказанного, можно смело утверждать, что видеокарты компании Inno3D надежны, а все потому, что это видеокарты от NVIDIA. А если еще учесть тот факт, что видеокарты обладают более эффективными и тихими системами охлаждения, ну и работают они лучше, чем оригиналы. Что касается производительности, то могу сказать, что благодаря эффективной системе охлаждения, видеокарты показывают значительный прирост производительности по сравнению с референсом, а также не уступают большинству видеокарт, имеющих 10 и более фаз питания. Но вот с разгоном у них хуже. Я не видел ни одного обзора, где бы видеокарта стабильно бы держала частоту 2,1 ГГц. Обычно эта частота держится в районе 2 ГГц. Теперь расскажу про системы охлаждения. Непосредственно референсная плата используется в видеокартах с системой охлаждения Hercules Twin X2. Отработанная плата продается с системами охлаждения Hercules X3 и X4. Система X2 это настолько плохой продукт, что никому не интересно, поэтому я и нашел подробную информацию про нее. Видеокарты с этой системой охлаждения не интересны даже компании Inno3D, потому что она даже не удосужилась нормально залить картинки на свой сайт. Я предполагаю, что система охлаждения X2 для 10-го семейства GeForce мало чем отличается или не отличается и вовсе по сравнению с 9-й серией. Поэтому вот вам фото системы охлаждения предыдущего поколения. Конструкция радиатора имеет только две тепловые трубки, а сам радиатор охлаждает только чип, а память и элементы питания охлаждаются потоками воздуха от вентилятора. По отзывам немногочисленных владельцев, известно, что при работе под нагрузкой присутствует достаточно значительный шум. В общем, видеокарты с данной системой охлаждения можно рекомендовать только тем, у кого очень скромный бюджет, или человек хочет установить водоблок и не хочет переплачивать за хорошую систему охлаждения. А теперь поговорим про системы охлаждения Hercules X3 и X4. На первый взгляд кажется, что эти системы почти ничем не отличаются, но это не совсем так. Система охлаждения X3 это массивный радиатор с 5 трубками и 3 вентиляторами по 9 мм. Сам радиатор охлаждает чип и элементы питания, а память охлаждается теплосъемной пластиной. Но это не очень хороший способ охлаждения памяти, потому как к радиатору данная пластина не прилегает. И соответственно, единственное охлаждение этой пластины – это горячий воздух, прошедший через радиатор. У системы охлаждения Hercules X4 теплосъемная пластина покрывает не только память, но и элементы питания. Подобные решения применены в системах охлаждения видеокарт от EVGA и MSI. В общем, такой способ охлаждения памяти и элементов питания не самый хороший, так как между теплосъемной пластиной и печатной платой банально может образоваться пекло, если в системном блоке нет должного вентилирования. Но в случае с системой X4 все не так плохо, а даже, наверное, наоборот, потому что к данной теплосъемной пластине прикреплены две тепловые трубки, которые отводят тепло отдельно от основного радиатора. Отводится это тепло на внешнюю планку, которая охлаждается маленьким вентилятором. У такой системы охлаждения определенно есть свои плюсы. Нагревание графического чипа не особо влияет на нагрев памяти и элементов питания. Кстати, на этой картинке вы можете увидеть оплошность дизайнера макета, рисовавшего систему охлаждения. Пластина с трубками находится на чипе, а должна располагаться на элементах питания. Также вы видите тупой копипаст или некорректную картинку для системы охлаждения X3, так как она принадлежит системе X4. Теперь без моих подсказок делайте выводы,
о соответствии предоставляемой информации компанией INO3D на своем сайте. Еще одной особенностью систем охлаждения X3 и X4 является массивный бэкплейт, который длиннее самой платы и придает жесткости всей системе охлаждения. Теперь затрону вопрос стоимости. Цены на видеокарты INO 3D очень недорогие по сравнению с другими производителями. В прошлом видео, которое было посвящено продукции компании Polyt, я отметил, что видеокарты Polyt обладают хорошим соотношением цены и производительности, но есть жалобы на качество продукции. Так вот, если у вас, как и у меня, есть небольшие предубеждения к продукции Polyt, то вот вам альтернатива – видеокарты от INO 3D. Они находятся в том же ценовом диапазоне, но обладают надежностью референсных видеокарт со всеми вытекающими плюсами и минусами. И напоследок я расскажу вам про видеокарты серии Black. Это все те же улучшенные референсы, у которых гибридная система охлаждения. Чип охлаждается жидкостной системой, а память и элементы питания воздушной. В недалеком будущем я сделаю специальный сериал, посвященный тематике жидкостного охлаждения. И расскажу вам, почему я не рекомендую покупать видеокарты с такими гибридными системами. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на мой канал, потому что уже совсем скоро будет финальное видео с подведением итогов по всем видеокартам.